Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор, и сегодня долгожданное событие. Как я вам и обещала, будем начинать распаковывать коробку с киндерами 2003 года. В этой коробке целых 72 яйца, да, в Германии такие выходят. Яйца у нас немецкие, на них написано Kinder Überraschung, и коллекционная игрушка здесь попадается только в каждом седьмом яйце, так что я думаю, что мы насладимся огромным количеством классной сборки того времени. Этим киндерам уже 17 лет, и я, честно говоря, несмотря на то, сколько киндеров и сюрпризов у меня есть и я распаковала, я еще ни разу не распаковывала винтажные киндеры, но практически ни разу. Один раз я распаковала несколько яиц 2006 года, купленных на eBay, но это было очень давно, и на видео я, конечно же, это не снимала. Предлагаю распаковывать по 12 яиц. Я думаю, что выпуски будут насыщенными, и не хочется делать их очень длинными. Ну и, конечно, хочется немножко растянуть удовольствие. Предлагаю переместиться в наше привычное место для съемки, где мы и распакуем сегодняшние 12 киндеров. Давайте покажу, как выглядит обложка этих киндеров. Они очень даже хорошо сохранились, я думаю, что вы видели. Правда, несколько яиц, конечно, немножко пострадало и даже выглядывает капсула, но это не страшно, проще будет распаковывать. Вот так вот выглядит старая фольга, написано Kinder Überraschung, и это целиковая фольга. Здесь есть печать, которая идет на немецких старых вкладышах киндера, но здесь я не вижу дату окончания срока годности. Такая должна быть на немецких яйцах, и вообще на немецких яйцах пишется не дата выпуска киндера, а именно срок окончания его годности. Естественно, такой шоколад есть нельзя, поэтому я приготовлю сейчас специальное ведерко, куда я его буду выкидывать, и потом вынесу на помойку. Я очень сильно волнуюсь, надеюсь, вы меня поддержите лайками и комментариями. Буду вам очень признательна. Ну и давайте уже начнем открывать первое яйцо. Будем открывать по порядку, заодно посмотрим, какая здесь закладка. Не знаю, перекладывались яйца по порядку, но мы будем открывать так, как они лежат в коробочке. Открываем. Опа! Смотрите, какой у нас шоколад. Естественно, он испорченный. И давайте достанем капсулу. Это немецкие капсулы, они, видите, с пупырышками. И иногда применяются в самой игрушке. Ну и давайте откроем. Капсула очень плотно набитая. И это капсулы старого образца. Видите, они не сдвоенные. То есть они разделяются на две части. И здесь нам какая-то сборка попалась. Также у каждой игрушки будет вкладыш вот с таким вот кодом. Этот код вводился, я так подозреваю, раньше на сайте Magic Kinder. Для чего, не знаю. Если кто знает, обязательно напишите в комментариях. И давайте откроем. Видите, как раньше вкладыш обматывал игрушку. Давайте мы его поправим. И здесь у нас коллекция с какими-то птичками. Эта серия состоит из трех фигурок, из трех птичек, которых можно прикрепить на плитку в ванной. Также прилагается для этого специальная лента, на которую можем приклеить. И, возможно, здесь есть реклама этой ленты. Знатоки обязательно напишите в комментариях. По-моему, очень яркий и красочный вкладыш. С обратной стороны у нас нарисовано, как прикрепить эту птичку на стену. И давайте уже соберем саму птичку и посмотрим на фигурку. Игрушка очень легко собирается, пластик качественный, но единственное, что в некоторых местах, мне кажется, он достаточно хрупкий и очень страшно его сломать, особенно когда вставляешь крылышки. Эти птички у нас являются крючками. В данном случае у нее хохолок, это крючок, и здесь есть вот такой вот механизм, когда нагибаешь голову, то поднимаются крылышки. Сюда мы можем повесить чисто теоретически полотенце или мочалку. Не знаю, насколько надолго его хватит, но идея интересная. С обратной стороны можно приклеить либо вот эту вот наклейку, которая будет крепиться к стене, либо можно повесить эту игрушку на гвоздь. То есть есть специальное отверстие, которое зацепляется за шуруп. Ну и если поближе на нее посмотреть, мне кажется, очень красивая, хорошо прокрашенная, детализированная. Ни к чему тут не придерешься, просто шикарная игрушка. Мне нравится эта серия. Такую я серию раньше не встречала, и, насколько я знаю, эта сборка в России не шла. Это именно немецкая сборка. Единственное, что если вы эту игрушку хотите поставить на полочку, выглядеть это будет вот так, либо вы можете приклеить ее к стене. Давайте приступать ко второму яйцу и попробуем его вскрыть. Так, здесь у нас такая же капсула. И снова волнительный момент вскрытия. Опять плотно набитая. Я так понимаю, что большинство капсул будет плотно набитых.
потому что в старой сборке много деталей. Так, это опять сборка. Опять вот такой вот вкладыш с кодом. И давайте смотреть, что же это за серия. Смотрите, какой вкладыш большой. Он прямоугольный. Я так понимаю, что это не совсем сборка, а какая-то дополнительная серия. И здесь прям настоящие фигурки. Это азиаты, и у каждого есть свое занятие. Например, этот делает суши, этот плывет на плоту, этот занимается какой-то борьбой и так далее. Давайте посмотрим, кто же нам попался. Мне кажется, нам вот этот вот попался. Ну и с обратной стороны вкладыш выглядит вот так. Здесь у нас инструкция по сборке и куча немецкого текста. Как жалко, что я не знаю немецкий. Давайте рассматривать игрушку. Я пока вообще не жалею, что я купила эти киндеры, потому что эти фигурки, конечно, не идут в сравнение с тем, что мы находим сейчас в киндерах. Поэтому тем, кто пишет в комментариях, что раньше было лучше, я говорю, что относитесь к этому просто как к другим игрушкам. Но давайте вернемся к нашему азиату. И посмотрим, что же у нас здесь идет в комплекте. Паренек, который сидит на вот этой вот тележке. Не знаю, как ей пользоваться на самом деле и для чего она нужна. Напишите в комментариях, кто знает. Он к ней не прикрепляется. То есть тележка у нас сама по себе. У нее крутятся колеса. Смотрите, какие они интересные. И здесь у нас сиденье и спинка. И также вот такие вот то ли поводья, то ли еще что-то. Вообще не представляю, что это такое. И фигурка, которая не имеет никаких элементов крепления, то есть он вот так вот сидит просто, и вот так вот выглядит он сзади. Он глянцевый, очень классно сделан, на спине у него свисает его шапка, и у него не очень довольное лицо, но при этом очень хорошо и детально прокрашено. У него, видите, и кофточка отдельно, и штанишки, и ботиночки, и кожа везде прокрашена. Ну и шапка, конечно, тоже другого цвета. Он вот сюда вот садится и, наверное, отдыхает после трудового дня. Возможно, он работает в полях, собирает или сажает рис. Напишите в комментариях, кто в этом разбирается, но сама фигурка, по-моему, просто потрясающая. И мне кажется, что это не сборка, а именно как отдельная серия, которая идет в дополнение к основной. Либо она шла отдельно и попалась не случайно. Открываем наше третье яйцо. Давайте его вскроем. И здесь у нас точно такая же капсула, хотя нет, не совсем такая же. Видите, это капсула с отверстиями. Если предыдущие выглядели вот так, то есть тут, видите, нет отверстия, то эта капсула сделана по-другому. Возможно, она используется именно в самой игрушке. Так, тут что-то трясется, и давайте ее вскроем. Плотно набитая. Так, здесь какое-то колесико. Это все сборка. Так, и сборка опять с огромным вкладышем. Так, код. И... Ого! Смотрите, тут у нас посуда. Очень яркий и красочный вкладыш. Здесь у нас тостер, чашка, чайник, сковородка с яичницей, банка, я так понимаю, со сладкой пастой типа нутелла, чашка и все, наверное, да, вот та чашка не считается. Нам что-то зеленое попалось. Давайте посмотрим. Да, это у нас чайник. И я не вижу, чтобы капсула была задействована, но мы посмотрим это чуть позже. Давайте его соберем. И все было бы прекрасно в этом чайнике, если бы я его смогла собрать. В общем, как я не старалась, как не мучилась, я не смогла соединить вот эти вот две детали до конца. Возможно, потребуется мужская сила, но пока у меня не получилось. В остальном же чайник прекрасен, он достаточно простенький, но самое главное его достоинство, что это не наклейки, это рисунок, у него нарисованы зубки и глазки. У него есть механизм, когда он едет, то его носик шевелится вот так вот. Также у него то ли должна открываться крышка, то ли она должна быть закрыта. Поскольку я не смогла до конца его соединить, точно не знаю. Напишите в комментариях, кто знает. Я постараюсь его дособрать до конца, но уже, видимо, потом. Потому что я сейчас потратила на это достаточно много времени, и у меня так и не получилось. Можно его держать за ручку, и вот так вот он носиком водит. Чайник классный. Надеюсь, нам попадутся еще игрушки из этой серии, впрочем, как и из двух предыдущих. Ну и да, капсула нам не пригодилась. Возьмем следующее яйцо, и тут даже не хочется сказать, когда же нам попадется наконец-таки основная серия. Меня устраивают и эти игрушки. Давайте откроем. Здесь у нас опять такая же капсула с прорезями. Вскрываем ее. Тоже плотно набитая. Ой,
Открываем. Эй. Не хочет никак открываться. Так, очень сложно это сделать. Не знаю, как это делали дети раньше. Мне кажется, мне киндера всегда родители открывали. Так, и здесь нам попалась фигурка из той же серии. Это шоколадная паста. Надеюсь, она легко будет собираться, и у меня с ней не возникнет проблем. Вот так уже выглядит наш вкладыш. И отличается он обратной стороной. Здесь какой-то есть тоже механизм, она как-то щелкает или что-то делает. Давайте смотреть. Коды я вам больше не буду показывать. Я думаю, вы и так поняли, что они прилагаются к каждой игрушке. С Нутеллой никаких проблем не возникло. И да, это правда оказалась Нутелла. Видите сзади надпись? Нутелла тоже принадлежит Ferrero, поэтому неудивительно. И она собирается очень просто. К ней прикрепляется только крышка, в отличие от чайника, который состоит из многих деталей. И давайте посмотрим ее поближе. Она, видите, тоже прокрашена, никаких наклеек. Все просто идеально. И какой же у нее механизм? У нее также есть колесико. И помимо очевидного, что у нее открывается и закрывается крышка, когда она едет, она еще показывает язык. Давайте попробую я это. Вот, смотрите, видите, она шевелит язычком. Вот так вот это выглядит. Вот она, язычок нам показывает. Очень классная фигурка, мне очень нравится. И у нас уже две в коллекции, мы потихонечку их собираем, мне даже не верится. Следующее яйцо. Давайте посмотрим, что здесь. Так, какая здесь капсула? Так, здесь капсула без прорези. Я так понимаю, что это будет игрушка из другой серии. И не думала, что я это скажу, но после таких игрушек, конечно, не очень хочется идти в магазин за современными киндерами. Но я буду настраиваться и искать позитивные черты и в нынешних игрушках. Тем более, что там есть действительно хорошие. Здесь у нас что-то зеленое, и это опять сборка. Я так понимаю, что это какой-то динозаврик. И вкладыш у него длинный. Так, очень много деталей. Наш кот. Вот такой вот красочный вкладыш, уже узенький. Здесь у нас 4 животного. Слушайте, я вот благодаря Kinder Natun современным знаю, что это за животное. Вот это, например, панголин. А вот это вот броненосец. Это утконос, а вот с этим у меня уже возникают трудности. Напишите в комментариях, кто это. В общем, это Natun с того времени. Так что давайте собирать. У нас, я так понимаю, попался броненосец. Можно его, кстати, сравнить с современным броненосцем, если я его сейчас найду. Ну и с обратной стороны вот такая вот инструкция по сборке. Это чтобы вы понимали, как здесь много деталей. Броненосца я собрала. У него практически нет никаких функций. Он единственное, что складывается точно так же, как и современный броненосец. Вот так вот. И все. Я думала, что он ходит. Так, у меня отвалилась голова. Так, тут надо соединить. В общем, он достаточно скучный, но он хорошо текстурирован. У него не прорисованы ни глаза, ни какие-то другие детали. То есть он полностью одноцветный. И в доказательство того, что современные игрушки не так уж плохи, смотрите на современного броненосца. Мне кажется, вот этот намного круче. Он лучше детализирован. Вот такой вот. Механизм у него, в принципе, такой же. То есть он тоже складывается, как и этот. Но он намного ярче, детализированнее и не такого вот неестественного цвета зеленого. Ничего против зеленого не имею, но хотелось бы прорисованные глазки и так далее. И пластик, честно говоря, у современного броненосца намного плотнее и качественнее. Как вам? Напишите в комментариях, за кого вы голосуете. Я голосую вот за этого броненосца из 2020 года. Мне кажется, он посимпатичнее. Это для тех, кто кричит, что раньше было лучше. Мы с вами открыли 5 яиц. Нам попалось 5 разных игрушек, пока не попалась основная серия. Но основную серию нам обещали в каждом 7-м яйце. Как вы думаете, попадутся нам койоты в этом выпуске или нет? Следующее яйцо, и, честно говоря, это самое интригующее для меня яйцо, по крайней мере, в верхней части коробки, которое я успела разглядеть. Смотрите, какое оно пухлое относительно остальных. Вот обычное яйцо, а вот это яйцо. Мне кажется, здесь какая-то специализированная капсула должна быть, на этот раз точно. И давайте его откроем и попробуем, либо оно так вздулось.
Ага, мне кажется, его просто так раздуло от старости. Потому что капсула не то, что не специализированная, а даже не немецкая, а самая обычная, такая же, как шли в России. Капсула очень звонкая, и давайте мы ее вскроем, попробуем, по крайней мере. Чем интересно открывать немецкие старые яйца, можно собрать большую коллекцию разных капсул. Так, ну она вообще не хочет открываться. Вот, получилось. Здесь пазл. Такое огромное толстое яйцо, которое подавало такие надежды. И здесь у нас что? Пазл. Но пазл это тоже неплохо, потому что пазлы тоже бывают классные. И более того, это пазл по основной серии. То есть это допы. По-моему, здорово. Так что игрушка из основной серии нам уже, считайте, попалась. Вот так вот выглядит вкладыш. И состоит эта серия из трех пазлов. С обратной стороны нарисовано, какой пазл нам попался. Вот такие вот у нас койоты-байкеры. И давайте попробуем его собрать. Вот как он выглядит. Я с ним быстрее справилась, чем с чайником. На чайник я потратила больше времени. Многие коллекционеры не любят пазлы, но мне кажется, когда их много, и они разные, красивые, яркие, и собирать их в одни картины. В общем, это дело на любителя, но я к ним очень хорошо отношусь, намного лучше, чем к современным вертушкам, кидалкам и прочим историям. Поэтому я не расстроилась и даже очень довольна этим пазлом. Как вы думаете, это единственное игрушка из основной серии, которая нам сегодня попадется или нет? Это, кстати, именно седьмое яйцо. Так, и давайте попробуем посмотреть, кто здесь. Так, здесь у нас уже обычная классическая немецкая капсула. И давайте вскрывать. Так. Опа, тут какой-то горгулья. Да, мне кажется, у меня подобные были в детстве. Слушайте, такая серия была в России, но, наверное, в других цветах, потому что, мне кажется, вот такая вот или подобная горгулья у меня была. Так, ладно, давайте ее соберем. Инструкция по сборке выглядит вот так, и я так понимаю, что она машет крылышками и ручками, когда ее катишь. Горгулья шикарная, смотрите, какая она яркая, темно-бирюзового цвета, и у нее есть механизм, она машет вот так вот своими крылышками и ручками. Даже не знаю, как удобнее показать. Вот так, в общем, это происходит. Она сделана тоже из приятного очень пластика. У нее даже, видите, типа язычок есть внутри. И он тоже шевелится. И вот так вот она выглядит с обратной стороны. У нее есть вкрапления в пластике, имитирующие мрамор. Это все-таки горгулья, она каменная. И внизу есть вот такое вот колесико. Правда, из-за этого колесика она не очень хорошо стоит. Точнее, она стоит под наклоном, видите? Либо назад, либо вот так вот вперед. И что я хочу сказать. Я была права, у меня была горгулья такая же, только другого цвета. И я ее нашла. Вот она. Возможно, вот эта вот серия шла в Германии, а вот эта вот была либо универсальной международной серией, либо шла, например, в России. Не знаю, напишите в знатоки в комментариях. Я в старой, а тем более в немецкой сборке плохо разбираюсь, потому что мало с ней сталкивалась. И вот такие вот у меня теперь две замечательные горгульи. Напишите в комментариях, какая вам больше нравится. Это, конечно, более натурально выглядит, а это более сказочно. Следующее яйцо, и мне все интереснее, что же нам дальше попадется, потому что игрушки попадаются очень классные. И здесь у нас обычная немецкая капсула. Давайте ее откроем. Она абсолютно беззвучная, то есть это у нас не пазл. И здесь, так, еще одна горгулья. Да, еще одна игрушка из этой серии. И нам попался вот этот вот горгулья, похожая на козлика. Здорово, у нас уже две серии по две игрушки. С обратной стороны ее вкладыш выглядит вот так. И, наверное, у нее будет похожий механизм, только, наверное, она будет кивать головой. Что вам сказать про эту игрушку? Я в восторге от нее. Она намного круче, чем первая горгулья. Смотрите, у нее очень забавный механизм. Она вот так вот делает. Давайте помедленнее. Если делать медленно, она просто кивает головой. А если делать это быстро, то она еще щелкает челюстью. Потому что челюсть у нее болтается. Она никак не закреплена. Вот такая вот у нее классная морда. Смотрите, она открывается. У нее есть зубы. Я буду называть ее козочкой. Вот так вот она выглядит. Смотрите, у нее на шее есть что-то похожее на чешую. Есть крылья. Но это, конечно, мифическое животное, мы все понимаем. Вот такой вот у нее хвостик.
снизу у нее колесико. Это первая игрушка, которая нам с вами попалась сегодня с наклейкой. И главная дилемма всех коллекционеров — это клеить наклейки, не клеить наклейки, хранить игрушки в изначальном виде, как они были в капсуле, или клеить наклейки и красиво выставлять на полочку. В общем, у всех свое мнение. Я решила пока на эту козочку не клеить наклейки, тем более, что птичка, которая сидит у нее на спине, видите, она с такими вот рельефами и тиснениями. Не знаю, насколько хорошо здесь будет держаться наклейка. Я люблю клеить наклейку на плоскую поверхность, поэтому я решила пока не клеить. Посмотрим, как будет в дальнейшем, пока ее сохраню в таком изначальном виде. И раз уж я достала свою старую горгулью, я хотела сравнить цвет пластика. Я была уверена по вкладу, что они одинаковые. Оказалось, что вот это вот более голубого цвета, а это вот такого вот классического серого. Осталось всего 4 яйца, они так быстро заканчиваются, они такие крутые. Радует меня только тот факт, что коробка еще не заканчивается. Надеюсь, нам не так скоро начнут попадаться повторные игрушки, и мы успеем насладиться их разнообразием. Капсула классическая, как шла в России, но желтого цвета. Пазл нам попался вот в такой вот оранжевый. Видимо, он означает как раз таки, что это серийная игрушка. Ну и давайте проверять, что же здесь. Опять плотно набито, не хочет открываться. Мне кажется, эти капсулы даже сложнее открываются, чем наши. Но нет, нам попались, по-моему, как раз таки койоты. То есть серийная игрушка все-таки будет в этой серии. И я так понимаю, что койоты и допы попадаются именно вот в таких вот классических капсулах. Возможно, это потому, что они выходили в разных странах. Кстати, напишите в комментариях, выходила эта серия в России или нет. Я еще, честно говоря, не смотрела. А еще вот эта вот бумажка с кодом, она, видите, тут с рисунком койотов. Давайте покажу, как выглядит другая бумажка. Вот, видите, она тут у нас с киндерина, а здесь у нас нарисована именно серия мотокойоты. Ну и давайте разворачивать вкладыш. Вкладыш у нас большой, моей любимой формы. Вот такой вот огромный. И смотрите, какая огромная серия. Давайте посчитаем, сколько здесь фигурок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 фигурок. Как вы думаете, мы из коробки в 72 яйца ее соберем или нет? Я уже, честно говоря, не уверена. Но будем надеяться на лучшее, что нам повезет. И попадется как можно меньше повторов, как сборки, так и серийных игрушек. С обратной стороны у нас нарисована фигурка, которая нам попалась. И, как всегда, много текста на немецком. И единственное, что я попробую прочитать, это его название. Пускай это будет Cool Coyote, то есть крутой койот. На немецком, возможно, это как-то по-другому звучит. Эта фигурка сборная. Сам койот собирается из двух деталей и отдельно прикрепляется вот этот вот что-то большее, похожее, честно говоря, на самокат, чем на мотоцикл. Допустим, этот койот у нас катается на самокате. И он у нас может кататься, то есть колесики крутятся, они настоящие. Вот так вот. Сам койот прикрепляется к самокату, пускай это будет самокат, только за счет того, что у него есть вот такие вот прорези в ручках, ножка никак не крепится. И мне кажется, что эти фигурки еще того качества, когда они прокрашены были вручную. Сама фигурка точно прокрашена вручную, а вот самокат прокрашен вручную только частично. В общем, фигурка красивая. Не знаю, что за красное пятно у него, розовое. Наверное, у него подранная коленка. Давайте посмотрим. Так, ну на вкладыше тоже есть это вот розовое пятно, возможно, это какая-то заплатка у него. В общем, фигурка классная, красочная, и именно таких, конечно, сейчас не хватает. Осталось 3 яйца, давайте откроем следующее. Нам, считайте, попалось целых 2 игрушки из основной серии, одна фигурка и один доп. Так, это у нас будет опять сборочка. Давайте открывать. Так, и эта капсула очень легко открылась. Здесь у нас что-то новенькое попалось. Так, и ух ты, тут что-то очень много вкладышей. Так, это тут какие-то картон... А, это наклейки, наверное, да? Я была права, да. Это наклейки с драконами. Но вот эти наклейки, наверное, я все-таки наклею, потому что без них игрушка вообще ни на что не будет похожа. Кот с классическим киндерина. И давайте смотреть, что это за серия такая. Я так понимаю, что в этой серии только одна игрушка. Называется она Dragon Band. То есть группа драконов. Они музыканты. Один из них играет на скрипке, другой...
играет на дудке и третий играет на флейте. С обратной стороны у нас инструкция по сборке, и я, пожалуй, удалюсь на наклеивание наклеек и сборку этой игрушки. Спустя полчаса я к вам вернулась, и вот с каким результатом. Это вот такие вот три дракона, они состоят просто из кусочка пластика, на который наклеена наклейка. Сзади есть вот такая вот конструкция, тоже достаточно простенькая и сделана не очень качественно на самом деле. Но и механизм у этой игрушки мне, честно говоря, не очень понравился. Ладно, давайте покажу, что она делает. Вот эти вот драконы, они тупо висят на крючочках, вот здесь вот подвешенные. И сзади есть рычажок, мы придерживаем подставку и крутим рычажок. И они типа играют и пританцовывают. Сейчас покажу. Вот. Ну, в общем, вот такой вот механизм. Они шевелятся. Больше никакой задумки, я так поняла, здесь нет. Издалека на полочке выглядит неплохо, но играть с такой игрушкой не очень интересно. Давайте продолжать. Осталось 2 яйца. Открываем следующее. Так, где тут у нас разрез? Опа, и здесь у нас опять сборка. И вскрываем. Так, кстати, капсула опять с прорезями. Неужели опять будет серия с чайником и с нутеллой? Так. И так, пока непонятно, что это. Так, ну нет, это какая-то машинка. Так, машинки нам с вами еще сегодня не попадались. И я так понимаю, это какой-то автобус. Да, это у нас транспорт и преимущественно, я так понимаю, автобусы. И тут у нас написаны разные города. Видимо, в какие города эти рейсовые автобусы ездят. Это Париж, Цюрих, Прага и Турин. Мы с вами сегодня отправимся в Цюрих. И давайте смотреть, какая здесь у нас сборка. Сборка достаточно сложная, многодетальная. И вроде бы нет наклеек. Здорово, давайте соберем. Что я вам скажу, такой детализации игрушки нам в современном киндере даже не снились. Потому что посмотрите на этот автобус. Во-первых, у него вот такая вот морда. Во-вторых, там есть сиденье. Вон, видите, там есть специальная деталька, на котором детализированы все сиденья. Во-вторых, у него крутятся колесики. В-третьих, у него даже есть запаска, которая сделана из отдельного цвета пластика. У него прозрачные окна, у него прорисованы фары. Спереди фары у нас серебряного цвета. Сверху у нас тоже детализированы хромированные детали. В общем, очень классная детализация, классная игрушка. С предыдущими драконами не идет ни в какое сравнение. Мне кажется, это прям коллекционная моделька в уменьшенном виде. Здоровская машина, очень мне такая нравится, и вот так вот она катается. И у нас осталось последнее яйцо. Надеюсь, вы также заинтригованы, как и я, потому что очень интересно, что же попадется. И давайте смотреть, здесь у нас опять сборка, и давайте открывать последнюю капсулу, туго набитую. Так, и нам что-то новое здесь попалось, но мне кажется, нет, смотрите, прям что-то новое. Вкладыш с кодом, и здесь какая-то собачка. Так, давайте смотреть. Я так понимаю, в этой серии у нас две игрушки. Это собачка и морской котик. Это у нас цирковая серия. Нам попалась собачка. И она у нас как-то трясет головой. И вот неприятная новость, что здесь есть наклейки. Что же у нас получилось в итоге? Я наклейки пока решила не клеить, вот такие вот глазки. Потому что на функции игрушки это не влияет, а буду ли я их клеить, я пока не придумала. Давайте смотреть на собачку. Честно говоря, пластик, из которого она сделана, мне не очень нравится. Он какой-то тоненький. И вот этот вот зазор, который показывает, что у собачки внутри, мне тоже не очень нравится. В общем, собачка тоже достаточно простенькая, вообще не детализированная. То есть у нее наклеиваются глаза, а носик у нее не прорисован. И другие детальки никакие тоже не прорисованы. У нее на голове синяя кепка. И два фетровых уха. Вот так вот они торчат. И когда собака едет, потому что у нее вот здесь вот колесико тоже, кстати, не очень хорошего качества. Но ладно, не будем уж придираться сильно. Колесико очень плохо крутится. Как вертолет крутит вот так вот ушами.
иногда заедает. Ну, в общем, так себе игрушка, честно говоря. Конечно, радует, что это новая игрушка, для меня не повторная, но я думаю, что по качеству она примерно на таком уровне, как драконы-музыканты. Ну что, как вам такие игрушки, как вам такие выпуски? Мне все очень понравилось. То, что мне не понравилось, я вам сказала, но общее впечатление и 90% игрушек мне кажется просто шикарными. Особенно мне понравился азиат на тележке, мне понравилась горгулья, мне понравилась птичка, серия с нутеллой, с чайником, тоже очень хорошая, и очень классный автобус. Сами койоты шикарные, не уступают по качеству другим старым игрушкам ручной раскраски. Я получила от распаковки дикое удовольствие, надеюсь, вы такое же удовольствие получили от просмотра и с нетерпением ждете следующую часть. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, если вам понравился этот обзор, то поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть. Делитесь этим видео с друзьями, ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании, и до новых встреч, всем пока!